Я фикс прайс. Смотрите, какие у нас горшки для цветов. Беленькие с листочком. Такие красно-кирпичные. И такие. А вот, смотрите, опять привезли горшки. Горшок для цветов. Красивый. Такие прозрачные, 77 рублей. 51 рубль такие. Такие 77. И такие 55. Шар воздушный со светодиодной гирляндой. 4 метра и держателем в комплекте. Батарейка 2 штуки, в комплект не ходит. Наполнение гелием. Декоративные помещения, украшения праздника. Наполнение воздухом. Яркие эмоции, веселые развлечения. Такие шары воздушные, светящиеся в темноте. Батарейки тоже в комплект не входят. Яркий, удивительный аксессуар для вашего праздника и торжества. 3 штуки. Яркое освещение до 10 часов. Вот такие яркие будут шары. Вот такие еще цвета. И такие. Такие 6 штук воздушные шарики. Вот это даже перламутровый какой-то. И такие. В конце товаров появились новые точилки. 1 штука. В виде машинки. А вот какая бетономешалка. В виде сумочки. 2 дырочки для толстого и тонкого карандаша, наверное. В виде бабочки. И еще красненькая сумочка. Нам привезли новые шарфы. Очень крупные вязки такой. 71 акрил и 29 полиэстер. Такой расцветки. Синенький. Давайте так посмотрим. Серый. Вот какой еще. Вон сколько много. 99 рублей. А вот какие шапки. Шапка детская, 99 рублей. Какая хорошенькая. Плотная такая, от 4 до 6 лет. Расцветочки сейчас посмотрю. Вот какая синенькая. И вот. И бежевая. А вот еще. Вот состав вообще не вижу. Если вы сейчас увидите, то это хорошо. Все, не знаю, не вижу состав и все. Очень мелко. Здесь тоже есть сапоги детские. Только в другом цвете. Есть желтенькие. И зеленые. А зеленые даже не детские. Это, мне кажется, взрослые. Сейчас посмотрим. Так. Сапоги детские вообще. 26-35. Ну, посмотрите, какие они огромные. Какие же они? А, ну это, наверное, 35 размер. Господи, это. Ума-то нету. Ну и также черные и розовые. 199 рублей. Обувь также появилась летняя. Туфли летние женские. У нас таких уже не походишь почти.
а где-то, может быть, и походишь. 99 рублей. Такие. Видите, в сеточку. Не в сеточку, а трафарет, как будто про... Не знаю, в общем. Такие симпатичные. Трусики женские, слипы. 6% эластан и 95 хлопок. Такие тоненькие-тоненькие. Такие цветочек. Майки детские с сердечками. Хлопок 100%. 55 рублей. Какие еще пришли коробки. Белые, глянцевые. С разделителями двумя. Такие приятные на ощупь. Еще есть голубые, розовые. 77 рублей. 35 на 25 и на 8. Коврик антискользящий. 99 рублей. Смотрите, какие расцветки интересные. Есть синенькие. Зелененькие. 99 рублей. Пакеты. Такие симпатичные. Вот пакет какой. Такие цвета какие-то приглушенные. За 6 штук 51 рубль. 8,50 за штуку. 55 рублей. Многоразовые наклейки, машины, помощники. Дополнить картину. Вот. Можно несколько раз, наверное, приклеивать. А это прикольные наклейки. Тоже многоразовые. Наклейки в лесу. Дополни картину. Это на логическое мышление. Склеилось все. Я просто пролистаю. Дополни мой дом. Дополни картинку. Едем, плывем, летим. Доктор для зверят. Опять прикольные картинки. Наши любимчики. Большие машины. Мамы и малыши. Ой, как много. В общем, еще. День рождения. Очень много. Целая стопка разных. Наклейки. Буквы. Английские, что ли? Что-то не пойму. Да, английские буквы. А это набор блестящих наклеек. Два листа. Подходит для любых гладких поверхностей. Для телефона, планшета и ноутбука. Тетради и учебников. А вот какие еще есть. Такие. Осенняя тематика с листами осенними. И совы. Вот какие с единорогами. И с принцессами. Объемные наклейки. Такие нежные. Такие наклейки. Декоративные элементы для украшения и творчества. В каждом магазине у меня плачут дети. Господи, помоги. А вот с бабочками. И такая.
сегодняшние покупки решила взять вот такой вот кустик для поделок в школу, вот такую гирлянду и такие яблочки. Вот. На веточку нацепим яблочки, повесим туда такие листочки, и будет нормально в садик. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте про колокольчик. Пишите комментарии. Вам не трудно, а мне приятно. Пока-пока!